мою жену убили? Варгас – один из людей Афрана. Он убил Кети. Она стояла у него на пути, и он просто застрелил ее. Он должен умереть, но сначала помучиться. Сделайте это, и я в долгу не останусь. Можешь на меня положиться. Отлично. Договорились. Сукин сын шел к боссу, а Матутера встал у него на пути и спугнул его. Он направился к каньону неподалеку от деревни. Догоните его. Пусть умрет мучительной смертью. Быстрой он не заслужил. Он уходит. Нам нужна помощь! Афран поджег наши запасы еды. Того, что осталось, еле-еле хватит на завтра. Поможете нам? Конечно. Меня зовут Брайан. Спасибо. Мы не знаем, заражены ли животные, так что лучше не рисковать. Попробуйте поискать консервы. Я видел какие-то консервы в бункерах. Может, они еще там. Все голодают. Нам не остановить их! Они придут...
Со мной шутки плохи! Ага! Тренировки не пропали даром! Слышали? Кто-то идет? Там кто-то есть. Кончайте этих говнюков! Откроем-ка эту штуку.
Ну что, вы справились. Вы действительно сделали то, о чем говорили. Тогда и я выполню свою часть сделки. Я отведу вас к Моуэну, но это будет непросто. Чтобы добраться до него, нам нужен катер, а единственный катер угнал этот ублюдок Афран. Если хотите поговорить с Моуэном, придется вернуть катер. Справитесь? Да. Отлично. В Крокодиловой долине.